Обвинения в массовом убийстве и угрозе терроризма предъявлены в Нидерландах 37-летнему уроженцу Турции Гёкмену Танису, задержанному по подозрению в нападении на пассажиров трамвая в Утрехте. Прокуратура считает, что Танис, задержанный через несколько часов после стрельбы, действовал в одиночку. Перед судом он предстанет в пятницу после психиатрической экспертизы. Следствие выясняет, какими именно мотивами руководствовался подозреваемый, лишь террористическими или также личными. Выстрелы в трамвае Утрехта прозвучали в понедельник утром. Жертвами нападения стали три человека. Пятеро получили ранения.